Всем доброе утро. У Алисы вчера выпал зуб. Вот он, зубик ее выпал. Алиса написала записку фее и положила под подушку. Я хочу, вот поймите, что написано. Я хочу 3D-ручку. Ну, в общем, она хочет 3D-ручку. Я ей сказала, что фея читать не умеет. И фея принесла ей 100 рублей. Подушкой. Зубик у нее забрала. Вот он, зубик. И принесла ей 100 рублей. Хочу рассказать, почему она выбрала именно 3D-ручку. Алиса ездила в гости к своему другу Артему и 3D-ручкой сделала вот такие вот очки. 3D-очки. Такие вот очки. И вот такой вот букетик. Не букетик, а как для пирожного. Алиса сказала, что эта штучка в пирожное или в торт втыкается. Вот. Мне понравилось вообще то, что Алиса сделала. Прикольно. Все-таки, наверное, надо ей купить ручку 3D, раз ей это все так нравится.